Юлия Монастыршина – выпускница Московской консерватории. Играет на фортепиано, преподает и реализует проект «Путь к свету», в котором исполняет произведения великих композиторов. И все это, несмотря на ограниченные возможности здоровья. Я считаю, что это не только просветительство, это не только творческая профессиональная реализация людей с ограничениями, но это прежде всего концерт, который имеет духоподъемный эффект. Потому что человек, который сидит в зале, он смотрит на тех, кто выступает, и думает. Здоровый человек. Он сидит и думает, а я-то чего сижу и ничего не делаю. Странствующий фестиваль заглянул и в нашу Ставропольскую филармонию. Проект «Путь к свету» дает возможность творчески реализоваться профессиональным музыкантам страны, имеющим физические ограничения. Мы разъезжаем практически по всей России, представляем в филармониях разные программы, в которых принимают участие музыканты, как я уже говорил, с инвалидностью. Моцарт, Бах, Бетховен и полный зал восхищенных зрителей. Среди них были и студенты. Я их привела сюда не напрасно, а для того, чтобы показать, что люди даже с ограниченными возможностями могут заниматься таким видом деятельности, что в принципе в жизни все возможно, чтобы они поверили в себя и вообще вот в такую ситуацию жизненную. При поддержке президентского фонда культурных инициатив музыканты будут радовать слушателей до апреля следующего года по всей стране. А насладились живой музыкой Анаида Нелян и Павел Селиверстов. Ставропольское телевидение.